Экодвор – общероссийская акция, которая проходит в 7 регионах нашей страны. Город Одинцово не стал исключением и присоединился к этому благому делу. Основная цель, которой хотят добиться организаторы – это раздельный сбор мусора и сохранение чистоты не только во дворе своего дома, но и в целом на нашей планете. Мы хотим показать нашим соседям, нашим всем жителям, вот, что прежде всего надо задумываться об экологии. Мы основную делаем ставку на раздельный сбор. Мы проводим акции каждый месяц. Вот, мы разделяем пластик, макулатуру, собираем пластик, макулатуру, стекло, жесть, алюминий. Организаторы уверены, что участие в таких акциях позволяет с пользой провести досуг вместе со своими соседями. Хотим наших соседей, жителей, чтобы в других там дворах, в других микрорайонах тоже проходили такие праздники, где соседи бы объединялись, потому что у нас тут и для детишек мастер-классы, и можно посмотреть эко-ролики, и соседское чаепитие. Участники, помимо традиционной уборки и приведения в порядок детской площадки, смастерили еще и необычный арт-объект из пластиковых бутылок. Он символизирует земной шар и призывает к соблюдению чистоты и порядка. Мы хотим показать людям, какая красивая у нас планета, и хотим показать, что его надо беречь. И сегодня мы сделали вот такой объект, похожий на земной шар, чтобы показать людям, как красива наша планета, и не стоит ее загрязнять. На площадке между домами по улице Северная весь день царила атмосфера всеобщего позитива. Для участников акции работали порядка 10 активных зон. Пункт сбора вторсырья, шатер для просмотров экофильмов, выставка детских тематических рисунков и книговорот. Самые маленькие участники экоакции, несмотря на свой юный возраст, о важности таких мероприятий знают не понаслышке. Чтобы помогать земле, чтобы никогда не было никакого мусора, чтобы не засорять нашу землю. Потому что если будет много мусора, не будет воздуха хорошего. Я думаю, чтобы наша земля не была грязной, и чтобы деревья росли, был чище воздух, и чтобы все жили хорошо и жили долго. Чтобы они ухаживали, чтобы у них было чисто очень. Чтобы они никогда не загрязняли, а мусор кидали в контейнеры специальные. Теперь на улице Северная в Одинцово установлены контейнеры для раздельного мусора. Организаторы и участники акции надеются, что в ближайшее время такие пункты появятся в каждом дворе Одинцовского района. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».